Долги в коммунальной сфере растут. Очередной антирекорд побила Самара. Объем неплатежей за коммунальные ресурсы в городском округе недавно превысил 7 миллиардов 200 миллионов рублей. Проблему обсудили за круглым столом в Общественной палате Самарской области. Представители властных органов и гражданского общества планируют обобщить имеющийся в регионе положительный опыт, чтобы на его основе разработать собственные рекомендации по работе с должниками. По разным причинам не платят. Где-то по финансам есть трудности, есть проблема. К ним один подход должен быть, да? Есть люди, которые принципиально не платят, к ним другой совершенно подход нужен. Но есть и вина самих управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, то, что они должны исправлять.